Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас видеть на своем канале. Сегодня я буду готовить холодную закуску. Роллы из блинчиков – необычная красивая закуска, которая является простым блюдом, но по внешнему виду и вкусу не уступает другим закускам. Такие блины не стыдно поставить на самый изысканный стол. И сегодня я сделаю три типа роллов из блинчиков из самых доступных продуктов. С сыром Филадельфия и ветчиной, с сыром Филадельфия и тунцом, и сплавленным сливочным сыром и оливками. Полное количество продуктов вы найдете внизу под видео. И также не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Сначала я приготовлю блинчики. Два яйца смешиваю с молоком, солю, добавляю муку, 2 ложки растительного масла и хорошо перемешиваю до однородности. Из данного количества продуктов у меня получилось 3 больших блина и примерно 22-23 ролла. На разогретой сковороде начинаю обжаривать наши блины. Сначала с одной стороны, затем с другой. У меня сковорода диаметром 23 сантиметра. Блюдо готовится очень-очень быстро и просто. Блины готовы, приступаем к приготовлению крема. Первый ролл из блинов у нас будет с сыром Филадельфия и ветчиной. Сыром Филадельфия начинаю смазывать блин. Перекладываю блин на целлофановую пленку и выкладываю сверху как можно ровнее кусочки ветчины. Как можно плотнее заворачиваю блин в трубочку, заворачиваю его в целлофановую пленку и убираю в холодильник. Следующий ролл будет с тунцом и сыром Филадельфия. Тунец у меня в консервах. Разминаем тунец хорошенько вилкой, добавляем сыр Филадельфия или сливочный сыр и хорошо все перемешиваем. Массу из тунца и сыра намазываем на блин жирным слоем и опять, так же как и в первый раз, сворачиваем плотно блин в трубочку, заворачиваем в целлофановый пакет и убираем в холодильник. Третий ролл готовим сплавленным сливочным сыром, оливками и оставшимся сыром Филадельфия. Хорошенько все перемешиваем. Нарезаем оливки. У меня черные оливки, но можно нарезать любые оливки, какие у вас есть. Также можно добавить зелень. Намазываем сверху на блин, плотно заворачиваем в трубочку, в целлофановый пакет и убираем в холодильник. Тридцать минут прошло, роллы готовы. Аккуратно разворачиваем их и нарезаем. Красиво укладываем на блюдо. Роллы получаются красивые и вкусные. Обязательно попробуйте этот рецепт. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, пишите мне свои комментарии. А я вам желаю приятного аппетита и до новых встреч!